тебя там уши посохлось! И чего здесь разорались, а? Все деньги получите в порядке очереди! Привет! Расписывайся! Вот здесь! На сигареты дай. Стрельнешь у кого-нибудь. Домой иди. Мужики, у меня это... дочь? Чего дочь? Дочь, наверное, родилась. Толя Дудилкин за дочь выставился. Дудилкин выставил? За дочь. Какая-то гадость. Что-то такое, как бы оно... Огни, как многоточие, как чудо без конца. Отец сидит рабочий, и брат пошел в рабочие. К работе все отходчие, и я пошел в отца. И мы, словно боги, творим столько разных чудес. Вот город встает, вот плотина здесь крестом АЭС. Она ею это... Что? Геморрой лечит. Несчастный человек. Одно слово – подкаблучник. Да если б у меня была жена такая и теща, я б давно повесился. Звони где мне. Да накажи ты их как следует. Что вы сделали? Что там у вас? Зять убился. Раба Божия, сало-то положь на место. Мы тебя никогда не забудем. Как я стала. Опустела без тебя земля. Но я сейчас накачу и буду серьезным. Завтра продолжим. Это точно Толя. Куда Господь меня определит? Рай или ад? С 8 мартом, дорогая. И где ты шлялся? В Катином халате! Здрасте, мама. Здрасте. А как там дочка? Нормально. А я вот подарок принес. А деньги ты принес? Вот. На, забирай своих хомяков и убирайся отсюда. Люда, а что я вам принес? Какой подарок? Подарок? Да. Посмотри, какие колеса есть. Ну что, нравится вам? Вы нравится? Довольны, а? Мы недовольны. Ну сколько же вы плодиться будете? Убери их, прошу тебя. Я не могу расслабиться, они размножаются, они расслабляются. А мы завтра на птичку идем. Живность покупать. Парча мне. Хлеба. И в постель. О. Их что, 52? Не догонит, не догонит. Я еще один наслал. 18 хомяков, ты представляешь? 18? Да. А мне 19.